У летчика есть доли секунды, чтобы принять решение. Можно сказать, что в нем заложен набор рефлексов, который он оттачивал годами. Практикуют навыки будущие пилоты в алтайской школе-интерната с первоначальной летной подготовкой. В честь Дня защитника Отечества курсанты получили долгожданный подарок – класс авиатренажеров. Вы еще на начальном этапе своего жизненного пути правильно отрегулировали ваш жизненный компас. То, что вот сейчас помогает водителям управлять транспортными средствами, у вас это встроено внутри, ваше сознание, ваш ум и ваше сердце. Каждый комплект виртуальной реальности стоит 250 тысяч рублей. В алтайской школе их 10. Средства на тренажеры выделили из регионального бюджета. В комплект входят компьютер, шлем, джойстики и программное обеспечение. Как итог, полное погружение в процесс. Мозг воспринимает, как будто ты в реальности, там и все реально объемно. Руками можно двигать, то есть система есть, что-то выдергивать, то есть это все объемное там. И, ну, когда входишь в повороты, да, кружится голова, чуть-чуть подташнивание такое идет, когда в первый раз садишься. Головой тоже это маленько можно, чтобы легче как переносить перегрузки. В реальности чувства полета убедились и гости. Под руководством инструкторов они покорили воздушное пространство Алтайского края, пусть и виртуальное. Я думаю, что замечательные симуляторы и введение в профессию ребята получат на очень высоком, очень высоко организованном уровне. Поэтому я думаю, что и подарок замечательный с 23 февраля для этих парней. Вот уже 27 лет здесь готовят пилотов. Сейчас в школе-интернате учатся 208 воспитанников. И уже скоро, после профессиональной подготовки, они поднимутся в небо. Уже реальное. Вадим Слюсарев, Сергей Седых. Новости.